На телеканале «Звезда» обзор самых ярких и обсуждаемых событий минувших 7 дней. В студии с вами Юлия Рубцова. Это новости недели. Здравствуйте. Наш долг перед нынешним и будущими поколениями – сохранить страну. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 30 декабря во время посещения отряда милиции особого назначения ГУВД Минского горосполкома. Здесь глава государства вручил награды представителям правоохранительных органов и военных структур, ознакомился с бытовыми условиями сотрудников групп быстрого реагирования, вариантами экипировки правоохранителей. Здесь и сам глава государства был удостоен особого знака отличия – черного берета. Решение наградить президента Беларуси принято советом командиров отряда с пометкой «За особые заслуги». Я не сдам экзамен. Товарищ президент, за особые заслуги в положении мы не противоречили ни в коем случае положению. Поэтому все командиры приняли решение о том, чтобы этот знак отличия должен быть у вас. Вы были с нами в боевых порядках, и сейчас вы полноценный боец отряда милиции. Спасибо. Александр Лукашенко поблагодарил всех, кто в это непростое время проявляет мужество, стойкость и верность присяге своему народу. Сегодня государство уделяет особое внимание развитию силовых структур страны. Это важнейший фактор национальной безопасности, мира и спокойствия в обществе, подчеркнул глава государства. Честно и открыто вам говорю, и пусть они услышат. Если бы люди в погонах зря ели хлеб, как они говорят, если в те августовские дни вы бы дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране. И вообще жили ли бы мы, и существовала ли бы эта страна? Говорят, большое видится на расстоянии. Пройдет еще немного времени, и те, кто сегодня не понимают и противостоят нам на чистых минских улицах, поймут, что совершили вы в этом году. Политические провокации, санкции, информационная война. Несмотря на внешнее давление, Беларусь уверенно продолжает свое развитие по выбранному курсу. На что делали ставку зарубежные кукловоды, популяризируя героизацию нацизма в стране, которая в 40-е потеряла каждого третьего своего жителя, непонятно. Страсти улеглись, и люди увидели, что происходит на самом деле. Однако зарубежные змагары по-прежнему не успокаиваются. Призывы к уличным беспорядкам продолжаются. Мнение главы государства однозначно. Майдана в Беларуси не будет. Ведущую роль в организации уличных беспорядков играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты, не сумевшими иным образом показать свою хоть какую-то политическую значимость. Мы уже с вами видели таких, к счастью, в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующими с БЧБ-флагами и портретами фюрера. Несмотря на огромное финансовое вливание, прямое иностранное участие в организации протестных акций, подготовки радикальных элементов, попытка возродить подобное в наши дни фактически захлебнулась. Мятеж, блицкриг или цветная революция не прошли. Вся Беларусь включилась в работу по активному выдвижению делегатов на 6-е Всебелорусское народное собрание. Указ о созыве форума, который поистине стал народным, подписан главой государства на минувшей неделе. Проведение Всебелорусского народного собрания запланировано на 11-12 февраля 2021 года. Известно, что до 70% делегатов составят депутаты советов разных уровней, остальные 30% будут выбираться из числа представителей самых крупных общественных объединений. От каждой области в собрании примут участие порядка 310 человек, от Минска 370 граждан. Действительно, это значимое такое событие, учитывая последние политические события, которые у нас происходят, и все предложения, которые на сегодняшний момент поступают и в мой адрес в том числе, от наших избирателей новополоцких, я учитываю, рассматриваю и отправляю в оргкомитет Всебелорусского собрания дальнейшие проработки и рассмотрения на этом, скажем так, очень важном и значимом мероприятии нашей страны. Регионы активно включаются в работу по избранию и выдвижению делегатов. Часть кандидатур Однополоцка избрана на минувшей неделе в ходе сессии Горсовета.
Квота для города Новополоцка из 34 наших депутатов. Делегатами будут 18. Они, в принципе, сегодня на сессии городского совета депутатов и избраны, которые представляют разные сферы жизнедеятельности города, активно работают в городе, зарекомендовали себя как активными люди. Ну, я думаю, что успешно они справятся с ролью делегатов Шестобелорусского собрания, где будут приниматься такие очень важные для жизни страны решения. Сейчас они будут получать наказы от своих избирателей на своих избирательных участках о том, что нужно выносить на Всебелорусское собрание. Мы проводили общественные приемы, диалоговые площадки. Эти вопросы все аккумулированы. Как мы обещали, они тоже будут переданы в секретариат Всебелорусского собрания. Ставка на депутатов в местных советах всех уровней и актив крупнейших общественных объединений при выдвижении делегатов 6-го Всебелорусского народного собрания логично и объективно оправдана. Таким мнением с корреспондентом Белта накануне поделился руководитель рабочей группы Республиканского оргкомитета по подготовке собрания, заместитель главы администрации президента Андрей Кунцевич. Это люди, которые уже имеют определенный мандат от своих земляков и коллег по работе. Они ходят по земле и прекрасно знают основные проблемы конкретных территорий трудовых коллективов. У них есть опыт участия в общественных дискуссиях. Кроме того, им хорошо знакома архитектура принятия управленческих решений, от внесения предложений до их практической реализации. Ведь сегодня мало предложить идею, важно четко понимать, как ее осуществить и что это даст для страны в итоге, уверен Андрей Кунцевич. По его словам, именно чувство ответственности за принятие решений отличает сегодня тех, кто активно участвует в широком диалоге о дальнейшем развитии Беларуси, и тех, кто пытается его игнорировать или дискредитировать. В эти дни продолжает работу и сайт 6-го Всебелорусского народного собрания всебел.by. Здесь размещаются информационные материалы о подготовке и проведении форума из различных информационных источников. На минувшей неделе утверждена программа деятельности правительства на период до 2025 года. Это предусмотрено постановлением Совета министров. В документе отражены основные направления работы правительства для достижения главной задачи – рост белорусской экономики, а также благосостояние граждан, в том числе за счет стабильного роста доходов. Целый ряд пунктов документа включает задачи, реализация которых направлена на повышение эффективности белорусской экономики. Задачи на год будущий и итоги выполнения прогнозов социально-экономического развития сегодня активно обсуждают в регионах. Непростой год подтолкнул всех пересмотреть привычные формы работы. Результат заметен в Новополоцке. Экономика в целом за этот год сработала эффективно. По предварительным данным, значительно увеличились прибыль от реализации продукции, экспорт товаров, производство сельскохозяйственной продукции. Рентабельность продаж превысила 10%, и это самый высокий показатель в Витебском регионе, да и в самом Новополоцке за последние 10 лет. Сложности этого года, они тоже объективно сказались на результатах. В частности, у нас просел рынок экспорта услуг, в первую очередь за счет туристической сферы, за счет сферы здравоохранения, за счет экспорта строительных услуг. Но, тем не менее, по ряду показателей в целом, по работе на внутреннем рынке, а также по освоению внешних рынков, нам есть чем гордиться, нашим предприятиям есть чем гордиться и рассказать об этом новополочанам. Из положительных результатов уменьшился уровень затрат, а количество убыточных организаций сократилось с 9 на начало года до 5. Несмотря на трудности 2020-го, предпринимательская активность новополочан сохранилась. На местном рынке начали работу 25 новых юрлиц и порядка 120 индивидуальных предпринимателей. Свыше 750 субъектов предпринимательства получили поддержку в рамках указа президента номер 143. Что касается следующего года, уже разработан комплекс мероприятий по развитию промышленного комплекса. В приоритете нефтехимическая отрасль, в частности, завершение модернизации «Нафтана». Усилия также будут направлены на развитие социальной сферы. Во время сессии Горсовета был принят проект бюджета Новополоцка на 2021 год. Он сформирован бездефицитным и сохранит социальную направленность. Так, на соцсферу планируется направить 83% от общего объема расходов. Конечно же, минувшая неделя была буквально пропитана праздничной предновогодней атмосферой. Акция «Наши дети» позволяет каждому из нас примерить на себя роль волшебников и поделиться своим теплом и добротой с теми, кто в этом нуждается. Ну а детям стать частью праздника, который не прекращается в нашей стране с начала декабря. 29 декабря во Дворце Независимости состоялся новогодний бал для молодежи.
в одночасье. В танце закружились 72 пары, которые прошли кастинг на танцевальные способности, а затем в течение 2 месяцев изучали бальный этикет и участвовали в постановке бальных танцев. Это представители одаренной молодежи от 16 до 23 лет. Всего же на новогодний бал во Дворец независимости приглашены 314 юношей и девушек из различных регионов Беларуси. Среди участников и гостей также президент Беларуси Александр Лукашенко, министры культуры и образования Анатолий Маркевич и Игорь Карпенко, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Дорогие участники этого прекрасного действа, нашего бала, искренне желаю, чтобы этот праздник подарил вам незабываемые эмоции, а главное, разбудил чувство причастности к наследию нашей истории и ответственности за будущее Отечества. Поверьте, пройдет совсем немного времени, и вы, посадив на колени своих детишек, а потом и внуков, достанете потрепанный альбом и найдете там фотографию, где вы такие молодые, красивые, одухотворенные, и будете им рассказывать об этих мгновениях. Вам будут завидовать миллионы тех, кому не посчастливилось побывать сегодня во Дворце независимости. Я благодарю вас всех, кто трудился над созданием этой удивительной бальной атмосферы. Акция «Наши дети» объединила сотни праздничных мероприятий по всей стране. По традиции, в канун Нового года состоялись областные губернаторские елки. В Витебске, например, такой праздник объединил без малого 1000 ребят из различных уголков северного региона страны. Отличники, победители олимпиад, творческих соревнований и спорта, дети из многодетных семей, курсанты кадетских училищ, дети-сироты. Еще до начала праздника гости областного центра познакомились с достопримечательностями города, побывали в учреждениях среднего, специального и высшего образования. Немало удивлений было и в концертном зале в Витебске, где развернулось главное действие – живая музыка, яркие фотозоны, мерцание дней и, конечно же, новогодние представления. Лишь добавлю, к республиканской благотворительной акции «Наши дети», призванной поддержать детей с инвалидностью, ребят из многодетных, опекунских и приемных семей присоединились все регионы страны. Количество участников марафона добра неизменно растет. Она продлится до 10 января. Ну что же, такова картина минувшей недели. Оперативная и актуальная информация о событиях страны и региона ежедневно в эфире телеканала «Звезда» в информационной программе «Новости». Ну а самые яркие моменты смотрите в традиционном обзоре в следующий понедельник. Всем хорошей недели, берегите себя и до новой встречи в эфире телеканала «Звезда».